Сегодня на столе комикс «Мстители. Том 2. Последняя белая вспышка» от автора Джонатана Хикмана и художников Дастина Уивера и Майка Деодата. Издание в мягком переплете и матовой обложкой. 132 страницы, на которых разместились с 7 по 11 выпуск оригинальной серии. Плюс галерея обложек и немного страниц комикса, проработанных тушью. Экземпляр комикса для обзора предоставлен издательством Jellyfish Jam. Как и строители из вселенной Марвел, которые создали все миры, Хикман продолжает строить свой эпичный долгострой. Итак, что же вас ждет во втором томе «Мстителей»? Представьте себе, как будут развиваться события, если обычный студент, которого в жизни никто не замечал как личность, вдруг получит силу планетарной оборонительной системы, способной не просто раскидать «Мстителей» как детишек и запыльнуть самого Халка в космос, но и уничтожить целую планету. Также здесь вы узнаете настоящий секрет подарочка от экс-Нихила о том, что же за начинка на самом деле была в его бомбах. В середине тома уже канадской команде героев приходится столкнуться с космическими бомбами, приводящим к плачевным последствиям. Этой команде вообще как-то жутко не везет, почти каждый ее состав был уничтожен полным составом. За расследованием трагедии на место происшествия прибывают как канадские спецслужбы, так и часть «Мстителей». Под конец тома, после завершения большого эпичного арка, Хикман делает небольшую паузу. Тут вас ждет секретные задания, на которые отправились Черная Вдова, Капитан Марвел, Женщина-паук, Шан-Чи, Санспот и Ядро. Они, словно персонажи фильма «11 друзей Оушена», прибывают в казино в Гонконге, чтобы узнать, что за торги намечаются по поводу биологического оружия нового поколения. Особенно здесь выделяется Шан-Чи, который примерил на себя образ Брюса Ли с проапгрейденными нунчаками и раскидывающий ниндзя взад и вперед. Хикман развивает сюжет неторопливо, оставляя подробности и детали в ущерб быстрому развитию. Иногда это кажется затянутым, но оправдывается эпичностью происходящего. Также автор продолжает расширять вселенную, добавляя в нее новые элементы. Это делает комикс пафосным и эпичным, особенно битвы. Когда Капитан Марвел сбрасывает Халка из стратосферы на голову врага, это выглядит впечатляюще. Но при этом основное количество членов команды в комиксе не появляется, что в очередной раз наводит на мысль о раздутости штата Мстителей. Хотя Хикман старается находить для каждого члена хотя бы чуточку времени. Художник Майк Диодато сменяет Дастина Уивера прямо во время номера, но делает это плавно и органично, не снижая высокую планку качества. Серия продолжает набирать обороты, и это радует. Смены художников никак не повлияли на качество арта. Он все так же на высоком уровне, как и в начале серии. Я рекомендую вам не бросать читать эту серию, если вы вообще ее начали. Ибо в совокупности весь ран Хикмана – это одна большая белая вспышка, которая заставит ваш мозг сначала улететь в стратосферу, а потом с огромной мощью упасть на землю. Не забывайте подписываться на мой канал на YouTube и вступать в группу ВКонтакте. Перед каждым видео там выходит фото-превью комиксов, которые вы больше нигде не найдете. И вступайте в группу официальной коллекции комиксов Marvel от Ашет. Все ссылки будут в описании к видео. Информационный партнер «Комиксоид».